Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. После расставания парень сказал, что осталось симпатия, но на отношения могу не рассчитывать. Приглашал его к себе в надежде оправдать себя. Оказался не против, только не смог из работы. Скажите, пожалуйста, как правильно себя вести, чтобы вернуть отношения? Есть симпатия, значит, может быть, что-то вполне возможно. Меня не отталкивает себя, всегда отвечает, как снова его влюбить в себя. Мы очень друг друга любили, но он сказал, что повелся на внешность, ему надоела моя забота, встречаться с ним начал на следующий день после знакомства. Дело в том, что если вы начали встречаться на следующий день после знакомства, есть большая вероятность того, что это была просто страсть и влечение. На мой взгляд, вы себя обесцениваете тем, что приглашали его и пытались себя оправдать. Оправдать за что, перед чем? Вы не пишете, что вы в чем-то виноваты и так далее. Я бы начал с того, что сопротивляется внутри вас тому, что отношения могли закончиться. Я бы начал с того, чтобы посмотреть, что есть ваша привязанность к человеку. И не принижаете ли вы себя в своем, в контексте с ним. В контексте его, точнее, вот. Не принижаете ли вы себя, не обесцениваете ли вы себя и так далее. Если что-то такое есть, вот, то это нужно корректировать. Я думаю, что общими рекомендациями для вашей ситуации послужит приведение общения в максимально комфортный для вас обоих формат и проведение в нем какого-то времени. Если у человека есть к вам чувства, они дадут о себе знать. Если нет, к сожалению, ничего уже не вернуть. Я думаю, что они отказываются, в том числе потому, что понимают, что вами можно попользоваться. Вот. Есть ощущение, что вот вы как бы, немножко, может быть, травмированы тем, что произошло. И вот пытаются бороться, отрицать то, что происходит. Чтобы его в себя влюбить, нужно быть самодостаточным. Вы не ведете себя как самодостаточный человек. Ведете себя как нуждающийся человек. Отсюда могут быть различные неприятные моменты. Вот. Как-то так. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.